Выход нереально. Как лед. Влажная скала. Поэтому выталкиваю. Сейчас я, наверное, хрен выйду. Выехал. А нам туда. На ту сторону? Ага. Да нету там дороги. Да есть. Показывает, что переезжаем дорогу. И вот так вот наверх едем. Прикинь, даже стенку строили. Глухомань еще та, а тут стенка, блин. Ничего себе. Наверное, во Вторую мировую какой-то тайный перевал они себе тут строили. Да не, обсыпалась. Дорога очень древняя. Тормозни! Весной, наверное, поток тут веселый будет. Родник, подключенный к шлангу, да? А вон она пошла. Ну да, вот тот ручеек, который мы видели, его и запрягли. Ну ладно, я попью.
Сколько батарейки в этом месте? Это начало подъема с Громовки. 68%. Я думаю, что наверх поднимемся. У меня будет где-то 20. А может даже меньше. Да, там мы были. Вот не виднее. Урон не тянет на 32% заряда. Стоковый не едет. Может, раздует и что-то увидеть успеем. Останавливаться нельзя. Да, он сам останавливается. Давай, Сурон. Включаю спорт, короче. Надеюсь, батареечка не вырубится теперь. От мощности, которую... А, он даже не снимает ее. Тоже на спорте в пол, короче, закрутил. Еле едет. Какая-то вообще бездна, блин. А чуметь? Снимал? Снимал, конечно, да. Да, меня в пол держал просто, он еле ехал.
Обалдеть вообще. Ну, чисто посмотреть. Да. Ну да, да, нормально. Да тут тоже нормально было. Токи уже осталось 19%. До машины еще примерно 11 километров, 12, но правда с горки. Мы вроде как на самом верху, но вот такие вот легкие подъемы встречаются. Ой, не знаю, хватит, не хватит. Короче, решили не рисковать. В горочке он меня будет затаскивать. С горочки я буду сам. Зигзагом, и мы выезжаем вот сюда вот. Один процент остался до машины 200 метров. Офигеть, в расчет вообще попал четко. Кстати, на Синтек не отрубает рекуперацию даже на 1% заряда в стоковой батарейке. Уже когда стоковый контроллер и стоковая батарейка, там рекуперация выключается вроде процентов на 7.